أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دراجي براتي وسيستري من начинаем рассмотрение исламских убеждений вопросов идеологии. И прежде чем приступить к рассмотрению непосредственных вопросов исламских убеждений, мы прежде всего коснемся доказательств Бога. Так как первое, с чем сталкивается человек и с чем он логически должен был бы столкнуться, это с вопросом о том, существует ли Бог. Но прежде чем приступить к рассмотрению этих убеждений, мы и к рассмотрению непосредственных вопросов этой науки, науки исламской, исламской схоластики, исламской идеологии, исламских убеждений, мы коснемся нескольких доказательств Бога. Этих доказательств огромное множество. Но так как наше время ограничено, и мы хотели бы более кратчайшие сроки, закончить рассмотрение этих вопросов, дабы не отнимать слишком сильно ваше время, мы коснемся только некоторых из этих доказательств и выберем только самые лучшие, самые понятливые, самые доходчивые, самые простые из этих доказательств, из доказательств Бога. А именно два доказательства существования Бога мы разберем. В первую очередь хотелось бы рассмотреть доказательство, называемое онтологическим доказательством. Это очень простое доказательство, и при этом, так же, как и второе наше доказательство существования Бога, является неопровержимым. И вся та критика, которая была направлена на эти два доказательства, она абсолютно неуместна. Итак, онтологическое доказательство заключается в том, что Бог — это необходимое сущее, то есть под Богом, под Всевышним, мы подразумеваем сущее, которое необходимо, которое не может не существовать, которое не имеет причины, которое не возникло, а существовало всегда и не могло не существовать. Непременно должно существовать и непременно всегда и во все времена существовало, не имея при этом причины. То есть это сущее, которое является самодостаточным и ни в чем абсолютно не нуждается, абсолютно ни в чем не нуждается. Таким образом, Бог — это необходимое сущее, то есть под Богом мы понимаем необходимое сущее. Смысл слова «Бог» — это необходимое сущее. И даже в некоторых языках именно это слово используется для обозначения слова «Бог». Например, в персидском языке слово Бог называется Худа. Худа — это то же самое, что мы называем необходимым сущим. То есть перевод, буквально перевод — это необходимое сущее. Таким образом, Бог — это необходимое сущее. Если Бог не является существующим, то есть если Бог не существует, то он является или возможным, сущим или же невозможным сущим. Что такое возможное сущее? Возможное сущее – это сущее, которое может существовать, а может и не существовать. Например, как человек. Человек может существовать, а может и не существовать. И самым яснейшим доказательством тому является то, что человек какое-то время, какой-то отрезок времени отсутствует, не существует, а какое-то время существует. То есть, например, мы когда-то родились, до рождения нас не существовало. Потом, родившись, мы обрели бытие, мы обрели существование. Это является единственным доказательством того, что человек является возможным сущим, то есть может существовать, а может и не существовать. И то, и другое возможно для него. То есть бытие является возможным для него. Что такое невозможное бытие? Невозможное бытие, невозможное сущее, это сущее, которое существовать не может. Оно необходимо должно не существовать. Например, такое явление, как 2 х 2 равняется 5, это явление невозможно. То есть невозможно, чтобы в результате данного сложения мы получили 5. Это невозможно ни при каких обстоятельствах, ни при каких условиях. То есть это невозможное сущее, невозможное бытие. Таким образом, Бог, если он не существует, то он или является, или является невозможным сущим, или же возможным сущим как человек. Но и то, и другое является противоположностью Бога. И то, и другое является тем, что противостоит понятию Бог так как мы изначально сказали, что в понятие «бог» мы включаем необходимое сущее, а необходимое сущее является противоположностью возможного сущего и невозможного сущего. Таким образом, так как вещи не могут быть одновременно и своими противоположностями, то есть не может быть такого, чтобы одна вещь была необходимой, необходимым сущим необходимым бытием и одновременно была возможным или невозможным бытием, то значит, не может быть такого, чтобы Бог не существовал. Повторюсь еще раз. То есть то же самое доказательство мы повторим, чтобы вы, дорогие зрители, могли лучше усвоить данное доказательство. Бог, смысл слова Бог, Смысл данного понятия заключается в том, что это необходимое сущее. Если Бог не существует, не обладает бытием, то он или является возможным сущим, или же невозможным сущим. Почему? Потому что то, что не существует или является возможным, возможно, это то, которое, то сущее, которое может существовать, а может и не существовать. Поэтому, если что-либо не существует, то оно может быть возможным или же невозможным. То есть тем, что не только не существует, но и не может ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах существовать. Таким образом, Бог, если не существует, то или является возможным, или же невозможным бытием, невозможным сущим. И то, и другое является противоположностью понятия и смысла слова Бог. Поэтому Бог непременно должен существовать. Его бытие, его существование необходимо. Это если бы мы, используя слово и понятие ⁇ Книга ⁇ описывали бы его качествами и атрибутами, которые являются особенностью чего-либо, что противостоит, что противоположно этому понятию, понятию слова ⁇ Книга ⁇ Это если бы мы использовали бы это понятие, понятие ⁇ Книга ⁇ но при этом подразумевали бы отсутствие каких-либо предложений, подразумевали бы отсутствие каких-либо слов и отсутствие какого-либо текста. То есть мы, изначально взяв за основу какое-либо понятие, какой-либо смысл, в дальнейшем отрицали бы его следствия, необходимые и необходимо присущие ему атрибуты и качества. То же самое и в данном случае Бог это смысл, это понятие, включающее в себе необходимость бытия, необходимость существования. Если мы утверждаем, что все-таки Бог не существует, то мы описываем и приписываем Ему качества, приписываем Ему атрибуты и особенности, которые присущи Его противоположности. Таким образом, я еще раз повторю, уже в более логической форме, состоящей из двух предпосылок, в логической форме, которая является неопрежимой по своей форме и по своему содержанию, Повторю то же самое доказательство, называемое онтологическим доказательством, чтобы еще больше и еще лучше усвоить данное доказательство. Итак, первая предпосылка заключается в следующем. Если Бог не существует, то Он или является возможным сущим возможным бытием, или же является невозможным сущим и невозможным бытием. То есть, если Бог не существует, то Он является или тем, или другим не может быть здесь чего-то третьего. Потому что все, что не существует, является или тем, или другим. Чего-то третьего просто вообразить себе невозможно. Это первая предпосылка. Если Бог не существует, то Он является или возможным, или невозможным бытием. Вторая предпосылка. Бог — это необходимое сущее, а необходимое сущее — противоположно, является противоположностью возможного сущего и невозможного сущего, возможного бытия и невозможного бытия, является противоположностью двух этих понятий. Поэтому результат, самый очевидный результат, который истекает из, данной, из данного доказательства, из данного довода, из этих двух предпосылок, заключается в том, что Бог необходимо должен существовать. Бог является необходимым сущим и не может не существовать. Это первое доказательство, и второе доказательство мы с позволения Бога рассмотрим на следующем нашем занятии. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва